Сначала выбираем березу. Эта береза сильно толстая, это тонковато будет, это более-менее, но под меньшую флягу. А вот которая ровно перед нами, она подходит. Северную сторону березы. Северная сторона – это где растет мох. Здесь будет меньше мух и жучков-паучков. Заливаем дырочку под искос примерно в 40-50 сантиметров от верха. Вот так, под искос. Дырка нам нужна примерно 9 сантиметров. Трубочку, проделали дырку в крышке, трубочку, и вставляем трубочку в нашу просверленную дырочку. Пожалуйста, поставили березовый сок, сок бежит, посмотрите скорость. С одного дерева можно собирать только 5 литров, остальные это уже нежелательно, у меня как раз бутыль 5 литров. Берем палочку, на конце ее затачиваем ножом и вот так вот в землю втыкаем, контрагаем, чтобы бутылка не упала, когда наполнится.